Перед тем, как выйти на ринг турнира, платформа S70 – традиционная церемония взвешивания. Здесь не только официально фиксируют вес спортсменов, они встречаются со своими соперниками лицом к лицу. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Вячеславом Василевским и бразильцем Луисом Сержо Мело Джуниором. Вячеслав – ветеран платформы, это будет его 5-й сочинский турнир в карьере. Во всех предыдущих он выигрывал и, естественно, планирует повторить успех. Бой, я думаю, будет интересный, самое главное, захватывающий, конкурентный, потому что ни я, ни мой оппонент не собираемся уступать, и я думаю, что он тоже приехал сюда не проигрывать. Поэтому должно быть интересно. Интересного боя ждет и, как его называют, мастер удушения, бразилец Луис Сержо Мело Джуниор. На бой он настроен весьма решительно. Вячеслав очень хороший и опытный боец. Он идет вперед и не избегает боя. Я буду действовать точно так же. Вообще, для меня честь выступать в главном бою турнира. Я понимаю, что это праздник для моего соперника, но я ему этот праздник испорчу и выиграю бой нокаутом. В целом же любителей единоборств ждет 10 поединков. На ринг выйдут бойцы из России, Польши, Бразилии, США и Франции. Кстати, каждый новый турнир платформа S70 посвящает знаковым для российской государственности событиям и темам. Этот не исключение. Самбо на службе России. Это главный лейтмотив, который мы показываем в год 80-летия самбо. 8 августа, 8-й турнир, 80 лет. Это для нас очень символично. По традиции, за поединками турнира платформа S70 будут наблюдать почетные гости, первые лица страны, звезды шоу-бизнеса и спорта. Кто именно, пока организаторы не разглашают. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.